Здравствуйте! Сегодня я приготовлю пышный омлет в духовке. К 6 средним яйцам добавлю 300 мл молока и пол чайной ложки соли. Размешаю венчиков до однородного состояния. Ни в коем случае не взбивать. Перелью смесь в глубокую форму размером 24 на 10 см, смазанную сливочным маслом. В разогретую до 200 градусов духовку ставлю форму на средний уровень и выпекаю 30 минут. Такой омлет можно кушать как в теплом, так и в холодном виде. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».